Минздрав Казахстана собирается потратить 14 миллионов тенге на социсследование. Опрос будет проводиться на тему «Довольно ли население качеством медицинского обслуживания?». Такой заказ от Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг опубликован на сайте госзакупок. Мы обратились за комментарием к официальному представителю ведомства Багдату Кожахметову. Он выразил свою личную позицию по поводу нецелесообразности этих трат, но комментировать позицию Минздрава не стал. А вот что думает население страны по этому поводу. Довольны ли казахстанцы, как их лечат? Недовольна. Здесь медики сами поставлены в сложную ситуацию. И если говорить об организации качества медуслуг, то я им недовольна. А о качестве самого медуслуг медики-то не виноваты. Сама организация качества медуслуг отвратительная. Вы знаете, вместо того, чтобы делать соцопрос об удовлетворенности населения, лучше возьмите и удовлетворите это население, повысите качество обслуживания и препаратов. Зачем выбрасывать деньги в трубу? Думаю, что большинство наших клиник, поликлиник нуждаются в специалистах. Их мало. Многие уходят в отпуска. Сейчас очереди, онлайн-очереди, что существенно сказывается на обслуживании. Я считаю, что это нереально. 14 миллионов тратить на опрос. Можно сделать это онлайн и деньги потратить на что-то более полезное. К этому часу все новости. Оставайтесь на канале Атамекен Бизнес. Хорошего дня.